Друзья, здравствуйте! Вы на канале Farnax Film, и сегодня пройдет очередной розыгрыш, уже третий, финальный розыгрыш машины дров среди покупателей магазинов Farnax и сайта farnax.ru. Увы, сегодня мы встречаемся не в прямом эфире, а в записи. Эфир прямой идет только для меня, и сейчас в своем реальном времени я разыграю третьего финального победителя. Напомню, что в начале этого лета мы объявили акцию совместно с компанией SibLeader, которая занимается поставками дров и других сыпучих материалов. И от компании SibLeader нам выделили три машины дров, которые мы и разыграем среди покупателей. Напомню, что правила были простые. Совершите покупку в одном из магазинов Farnax в городе Новосибирске, либо на сайте farnax.ru на сумму не меньше 15 тысяч рублей, заполните определенную форму и становитесь участником розыгрыша. Ну и то, что, друзья мои, я уверен, вы нам доверяете, потому что мы уже провели, ну, наверное, больше десятка розыгрышей ценных призов для друзей компании Farnax, для наших зрителей канала Farnax Film и наших покупателей. Я думаю, у вас нет сомнений в честности и искренности наших вот этих действий. К сожалению, за нас решили, что YouTube не та площадка, на которой нам с вами будет удобно встречаться. Но, тем не менее, в записи вы посмотрите и надеюсь, что победитель увидит себя, пусть и в записи, и позвонит нам по телефону 8 800 152 38 для того, чтобы забрать свой приз. Ну а пока посмотрим, сколько у нас вообще на сегодняшний день участников. Так, возвращаемся к нашей табличке. В этой таблице у нас все пожелавшие участвовать на данный момент, это 153 человека, но напомню, что у нас было уже два розыгрыша, и вот, например, Баранов Евгений Анатольевич, победитель первого розыгрыша, уже, к счастью или к сожалению, не сможет сегодня участвовать, так как у него уже есть ценный приз. Это было, опять же, одно из условий акции. И второй победитель нашего розыгрыша, Проворкин Глеб Станиславович, также уже счастливый обладатель машины дров. Но мы обязаны ввести всех, все 153 участника в нашу табличку и среди этих участников провести розыгрыш. Но напомню, по правилам розыгрыша, если у нас выпадет номер участника, который уже участвовал в розыгрыше, мы проведем розыгрыш заново. Будем пользоваться вот этим сервисом, которым мы пользуемся уже давным-давно. Генератор случайных чисел. Сейчас мы вводим в этот генератор диапазон от 1 до 153 и генерируем нового участника. Номер 48. Тогда барабанная дробь. Мы переходим к нашей табличке и смотрим, кто же у нас зарегистрирован под номером 48. А под номером 48 у нас Александров Егор Сергеевич, который приобрел что-то на сумму не меньше 15 тысяч рублей в магазине на улице Кирзаводская, 11А. И, друзья мои, мы поздравляем нашего победителя с этим ценным подарком. Уверен, что эти дрова особенно тепло будут его согревать этими долгими осенними вечерами, а может быть даже и зимой, а может быть он даже будет париться в бане и использовать прекрасные дрова от компании SibLeader. Ну, а нам с вами остается только порадоваться за этого человека. Напомню, что победитель сегодняшнего розыгрыша должен связаться с нами по телефону 8 800 152 38 и определиться со способом, каким образом он получит этот приз. Ну и, друзья мои, не стоит отчаиваться и не стоит тем более расстраиваться. Впереди нас ждут новые розыгрыши. И для тех, кто следит за нами в наших соцсетях и за нашей активностью на YouTube, напоминаю, что все наши контакты, все наши актуальные данные есть на сайте farnax.ru. Будем всегда на связи, независимо от любых причин, которые могут только нам помешать. Итак, друзья, с вами была компания Farnax. Благодарим компанию SibLeader за предоставленную возможность провести такой шикарный розыгрыш. До новых встреч. Счастливо!